Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Анна Лапшина. Здравствуйте. Правительство России утвердило размеры пособия по безработице. В 2022 году их будут выплачивать по новым правилам. Минимальная выплата составит 1500 рублей. Максимальная будет равняться МРОТ – это 12 792 рубля в первые три месяца периода безработицы, а затем еще три месяца государство будет платить 5000 рублей. Уволенные граждане смогут получать максимум 75% от среднего заработка на последнем месте работы. Такой процент будет действовать первые три месяца периода безработицы, затем будет снижен до 60%. Но в любом случае пособие будет не больше МРОТ. В Кировской области в этом году пособие получали 22 тысячи человек. Это примерно половина всех обратившихся в службу занятости за помощью в трудоустройстве. Программа «Экономика». Каждый пятый сотрудник кировских компаний останется без новогоднего корпоратива. 15% работающих жителей Кировской области признались, что у них в компании никогда не проводятся вечеринки в конце года. У половины они бывают лишь изредка. Только для 41% опрошенных корпоративы – регулярная практика. Это результаты опроса, который провела служба исследований «Headhunter». Из тех, для кого корпоративы – норма, четверть сообщили, что у них в компании не определились, будет ли праздник в этом году. 21% точно останутся без вечеринки с коллегами из-за пандемии или нехватки денег. Часть корпоративов из-за пандемии пройдет онлайн. А из тех, кто будет праздновать лично, 12% накрывают столы в офисах. Остальные пойдут в клубы, кафе или столовые. Платят за угощения в кировских компаниях по-разному. Треть респондентов гуляет за счет компании, столько же делит расходы с работодателем пополам, еще треть финансирует корпоратив из своего кармана. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Не всегда на высокий результат и качество работы влияет только профессионализм сотрудника. Ученые выяснили, что люди, которые трудятся при плохом освещении, быстро утомляются и теряют работоспособность. Кроме того, увеличивается количество ошибок и брака. Несчастных случаев на производстве с плохим светом происходит в два раза больше. А мерцающие, слишком тусклые или яркие лампы могут даже приводить к различным болезням глаз. Работодатели чаще всего могут просто не догадываться о причинах этого, экономят на электроэнергии, на стоимости самих светильников, по факту же теряют в эффективности бизнеса. И наоборот, очень часто, чтобы ее увеличить, нужно просто поменять освещенность офиса, продумать равномерность освещения, яркость, подобрать правильную цветовую температуру, избавиться от мерцаний и слепящего эффекта. Чтобы сделать освещение комфортным, поднять настроение и работоспособность своих сотрудников, кировские предприниматели могут обратиться в магазин «Световые решения» на Маклина, 36. Телефон 705-520. Там не только помогут подобрать светильники, но и проконсультируют, как правильно устроить систему освещения. Экономика. И в завершении о валюте. Курс доллара на сегодня 73 рубля 85 копеек, официальный евро 83 рубля 24 копейки. Анна Лапшина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.